Halo. Halo, komputer. Dobre utro. Ну как у тебя дела? Все нормально. Очень И хорошо. как у вас дела? Ай, спасибо. А во Вьетнаме дела, как всегда, хорошие. Всегда. Да. У нас ничего не изменяется изо дня в день. Так что все хорошо. Так. Ну что, какие идеи у нас на сегодня? Сегодня у нас чек. Будем этот читать текст, да? Ну хорошо. Ну. О Сергее. Про Сергея, да? Сергея. Да. Этот текст называется «Командировка». Вот так. О, да. Командировка, да? Вот, хорошо. Ты уже посмотрела немножко текст? Я хочу прочитать. Читать текст, да? Хорошо. Yeah. Ну давай почитаем, смотрим, как ты читаешь. Так. Сейчас я читаю. Да, давай. Сергей лежал на пляже и смотрел на солнце. Смотреть было трудно. Солнце было яркое и жаркое. Да. Небо синее и чистое. Рядом лежали люди, красивые девушки. Молодые мужчины, все они отдыхали на юге и, конечно, думали, что Сергей тоже отдыхает. Но это было неправда. Сергей приехал на юг в командировку. Командировку, директор фирмы сказал Сергею. Вы должны сделать работу очень быстро и вернуться домой через 2 или 3 дня. Я понимаю, конечно, море, солнце, но работа – это работа. Сергей сказал, конечно, Александр Иванович, вы меня знаете давно, вы знаете, что работа для меня – это самое важное. Через 4 дня на юге Сергей понял, что пешить не надо. Конечно, можно было сделать все за 2-3 дня. Но человек, который должен был подписать документы, уехал в Киев. Конечно, можно было позвонить в Киев, сказать, что Сергей ждет его. Но этот человек может вернуться очень быстро. И тогда Сергей тоже должен будет вернуться домой. А пляже так хорошо. Сначала Сергей отдыхал на пляже один. Потом он познакомился с Андреем. Андрей пригласил Сергея в гости. У Андрея было много друзей. И через 2 дня у Сергея тоже была большая компания. Каждый день был на пляже. Экскурсии, кафе. У Сергея не было времени работать. Через неделю Сергей и его новые друзья пошли на рынок, чтобы купить фрукты. Около рынка работал фотограф. У него была интересная картина гора, а горе человек на лошади. В руке у человека был большой нож. А вместе головы дырка. Каждый мог сфотографироваться, положить голову в дырку и получить фото на площади на горе. Конечно, Сергей и его новые друзья фотографировались. Вечером у Сергея была красивая фотография. И он решил послать ее жене. Он взял бумагу и написал два письма. Одно большое письмо жене, где он написал, что хорошо отдыхает, ничего не делает. А второе маленькое письмо директору. Там он писал, что много работает и не может вернуться домой, потому что ждет человека, который должен подписать документы. Когда Сергей уже написал эти письма и хочет пойти на почту, чтобы купить конверты, он увидел Андрея.
Андрей сказал, что он идет на почту и может послать письма секретаря. Секретарь написал на мой адрес жены и адрес фирмы и дал Андрею. Через 3 дня пришел факс от директора. Срочно вернитесь домой. Секретарь увиделся. Факс пришел во вторник. А после секретарь уже вернулся домой. Жена была очень рада, что он вернулся. Ты получила мое письмо? Получила, но очень странное. Секретарь взял письмо и понял, что его жена получила письмо для директора. На следующий день, когда секретарь пришел на работу, он пошел к директору. Но директора не было на работе. Секретарь внимательно посмотрела на секретаря, а потом сказала, что директор очень удивился, когда получил письмо секретаря. Сергей взял свое письмо, это было его письмо жене, там он писал, как он хорошо отдыхает на юг. А большое в конверте ничего не было, спросил он. Было, сказал секретарь. Была ваша фотография на лошади. А где сейчас эта фотография? В стенгазете на стене около кабинета директора висит стенгазета, чтобы все могли ее прочитать и видеть вас на лошади. Сергей нашел стенгазету, статья у него называлась «Трудная командировка». Честь была такой, наш курьер уже очень давно находится в командировке на юге. Работа там, на пляже, очень трудная. Наш курьер прислал нам не только письмо, но и фотографию. Вот в центре статьи была его фотография. На фото сидел на лошади около горы. В руке у него был нож. Мама, сказал себе и закрыл глаза. Ну хорошо, отлично. Тогда тут только некоторые слова неправильные по ударению, да? Chúng ta chỉ có một vài từ chúng ta đọc mà chưa đúng trọng âm đấy. Đó. Đọc nó chưa đúng trọng âm thì lúc đó là cái ý nghĩa của nó sẽ không đúng tác của. Hoặc là nó làm cho cái tiếng Nga của chúng ta chưa được hoàn hảo lắm đấy. Вообще-то это хорошо. Я думаю, что ты хорошо читала. Очень хорошо читала, да? Вот. Только некоторые неправильные слова, вот, например, была, да. Чем он же вот писал, да? Была. Hoặc là từ смотрел, да? Có cái âm L đấy. Смотрел, да? Đó, cái âm đó là mình phải sửa đấy. Сергей лежал на пляже, да, и смотрел на солнце. На солнце. Так, солнце. Так, хорошо. Вы должны. Это работа. Да. Александр Иванович. Александр Иванович, да? Конечно, Александр Иванович, да? Александр Иванович. Thế và người ta còn trong khi nói nhanh, người ta còn có thể nói tắt. Иванович, да? Người ta nói Иванович, да? Иванович. 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 Александр Иванович. Да, он все нами так говорит, да? Александр Иванович. Александр Иванович, да? Да, это и нами говорит, да? Вот. Так. Вы меня знаете давно. Так. Знаете давно. Вы меня знаете давно. Вы знаете, что работа для меня это самое важное. Так вот. Самое важное. Да. Тут спешить.
спешить, спешить, да, спешить, спешить. Да, спешить, да. Компания, 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 компания. О, đây là nhà, да. Компания, компания, большая компания, да. À, компания, à, компания, да. Компания, đây là lúc đó là gì? Là một cái, à, không phải là công ty nữa. À, tôi sẽ bảo là bạn sai campaign. Campaign là một cái nhóm, nhóm người lớn đấy. Nhóm campaign. Người. À, đó. Tức là gì? Đầu tiên thì anh chàng này là có một mình thôi, nhưng mà sau mấy ngày thì cũng tập hợp được một số bạn bè rất lớn đấy. Да. Да. А через неделю Серёга у него новые друзья пошли на рынок, чтобы купить фрукты около рынка. Около. Около рынка. Работал фотограф. Фотограф. Работал фотограф, да? Итак, ты фотограф. Вот. А, у него была интересная картина. Гора. Да? А, любительная. Гора. Сначала у него гора, да? Гора. Гора. А, любительная. Как можно гора? И как хайся, да? Горы. Горы, да? Гора, горы. Да? На горе. А, ты убивай. На горе. Да? На горе. А, на горе, так. Человек на лошади, на лошади. На лошади. На лошади, да. А, так. А вместо головы правильно все читала, хорошо. Дырка. 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 Дырка, да. А, так, каждый мог. А, так, мог. 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 Каждый мог. Мог. А, ты, каждый мог. Мог. Да? Чего? Каждый мог. Каждый мог. Каждый мог. Мог. Да. Каждый мог. Фотографироваться. Фотографироваться. Так. И получить фото. Фото на лошади на горе. Да? На горе. На лошади на горе. Да? Так. А, это была. Была. Любим, так это была. Чем он зовет? А, была. Была. Да? Была. Так. Ну, все остальное все очень хорошо читать. Все понятно, очень понятно и всем понятно, все, да? Так, понятно, понятно, да, все rõ ràng, да, понятно, понятно. Понятно, вот. Как, пишите, пожалуйста. Ну, вот, вот, ну, вот, 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 да, понятно. Да, спасибо. Слово понятно. Понятно. Понятно, да, понятно, да, все rõ ràng, понятно, понятно. Так, nó không bị dính, nó không bị dính âm vào nhau, đấy. Так, хорошо. А, ну, это интересно, о чем рассказывается в этом тексте? О чем рассказывается в этом тексте? Это текст о командировке Сергея. А, одного работника, да? Да. Да? А, это рассказывалось. Так. А в этом тексте, да? А в этом тексте рассказывалось, а где-то сноивай, да? В этом тексте рассказывалось одной командировке, да. Командировке, да. И он Сунган директору. Он кто? А, Сунган, да, Сунган. Об этом, об одной командировке, да. одного работника, работника, да? Да. А, давайте на самом деле, подав не пойдет, да? У него нет, нет, а, у него нет ответственности на работе. А, у него нет ответственности, да? Да. А, да, ответственности. Ответственности за что? За работу. За свою работу, да? За свою работу, да? За свою работу. У него нет ответственности за свою работу. Ну, понятно, да, ответственности. Так, ну, а ваше, как все это происходило? Как все это происходило?
bắt nguồn từ đâu đúng không ạ? Происходило, tức là những cái việc đó nó xảy ra như thế nào? Как все это происходило? Cái việc đó nó xảy ra như thế nào? Происходило là cái việc đó xảy ra ra sao? Xảy ra như thế nào? Он не вернулся. Сразу. Он не вернулся сразу. И он он остался отдыхать на пляже. Он не вернулся сразу с командировки, остался отдыхать на пляже, да? Остался работать на пляже. Ну, вот так вот мы говорим, да? Ну а почему он остался отдыхать на пляже? Почему вот. Он остался отдыхать? Да. Потому что он думал, что спешить не надо. Он считал, да? Что ему спешить не надо. Он считал, что ему спешать не надо, да? По крайней мере, так немного зина. Ему спешать некуда. Ему спешать некуда. Không đi đâu mà vội đấy, chúng ta không đi đâu mà vội đấy, đó, cái câu người Nga người ta nói như vậy đấy, yêu muốn biết sát nhiều người ta, chúng ta chả vội đâu cả đấy, chả vội đâu cả, các ta Việt Nam ski, nó, yêu muốn biết sát nhiều người ta, да, в нашем языке то же самое, да, đi đâu mà vội đấy, đi đâu mà vội mà vàng, hay nói như vậy đấy. Ему спешать некуда. Ну вот, он считает, что ему спешать некуда, да? А что было на пляже? На пляже? Что было? Что он видел на пляже? Да. На пляже. Сначала он отдыхал на пляже один, потом он познакомился с новыми друзьями. С новыми друзьями. Да. Ну, я говорю, что вообще он видел на пляже? Он увидел, да? Но, что он увидел на пляже? На пляже он увидел. Но. Нет, я не вижу. Как нет? Прямо там, в тексте написано, да? Вот. Где? Вот. Ну что, рядом лежали люди, красивые девушки, молодые мужчины, да? Да. Они отдыхали, да? И они тоже думали, что Сергей тоже отдыхает. Правильно, да? Да? На пляже он увидел, что красивые девушки. Девушки. И молодые мужчины, да? Отдыхают, да? Да. Он увидел, что красивые девушки и молодые мужчины отдыхают. И они тоже думают. Они тоже думают, что он тоже отдыхает, да? Он тоже отдыхает. Он тоже отдыхает, да? Ну вот, так, он немножко отдыхает, лежит на пляже, смотрит на солнце, да? И да, вокруг но, него, да? Просто они не знают, что ему надо работать. Ему. Они не знают, что он приехал работать, а не отдыхать, да? Вот. Он просто случайно зашел на пляж, да, лежал на пляже, смотрит на солнце. Вокруг люди отдыхают, он тоже.
отдыхать немножко, считает, да? Но люди говорят, это называется зинао, это называется аппетит, 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 лази, к сы ngon miệng, да? Аппетит приходит во время еды. Аппетит приходит во время еды. Аппетит приходит во время еды. А, Даутенези, сначала он тоже не хотел отдыхать, да? Да. Так. Сначала он тоже думал, что он поработает и уедет домой, да? А, вот. Даутен, они так не знали, они так сэлам, я мучу твой солдат, я не так сэлам, я не так сэлам, но потом он зашел на пляж, немножко отдыхает, да? Немножко отдыхает. И он видит, что люди вокруг отдыхают, красивые девушки, молодые мужчины, он они отдыхают. И почему он не отдыхает? Он считает, что он тоже должен отдыхать, а не работать, да? Вот. А поэтому говорят, что аппетит приходит во время еды. Ты лази, cái sự thèm ăn đấy, nó sẽ đến trong quá trình ăn uống đấy, trong quá trình ăn uống. Раз уже отдыхает, значит он захочет дальше отдыхать. Nếu như anh ấy đã bắt đầu nghỉ một chút rồi thì nghỉ ngơi một chút rồi thì anh ấy sẽ muốn nghỉ nhiều hơn đấy. Поэтому для того, чтобы стимулировать людей что-то делать, сначала надо дать ему попробовать. Em có hiểu câu đó không nào? Я понимаю. Чтобы стимулировать людей, чтобы стимулировать людей что-нибудь, да? Что-нибудь делать. Да? Надо дать ему сначала попробовать. Да? Да? Так. Có nghĩa là gì? Muốn cho một người làm cái việc gì đó thì đầu tiên phải cho người ta thử, đấy. Cho người ta thử đúng không nào? Đấy. Вот. Поэтому, поэтому, это принцип. Это принцип рекламы. Đó là nguyên tắc của quảng cáo. Это принцип рекламы, да? Да. Если ты хочешь продавать крем, если ты хочешь продавать крем, nếu như em muốn bán một loại kem nào đó đấy, надо дать попробовать, да? Попробовать, да? Попробовать, да? Надо дать женщине, вот женщине, да? Женщине, попробовать, да? Да, на себя, cần phải đưa cho một người phụ nữ người ta thử, đấy, người ta thử bôi cái kem đó vào mình đấy, là ей понравится, и она купит, да, и она купит, и она купит, chẳng còn купит, ей понравится, и она купит, chẳng còn rơi vào u, да, и она купит, то же самое, когда продают машины. Когда продают машины, khi mà người ta bán xe ô tô đấy, когда продают машины, đó, khi người ta bán xe ô tô, они организуют, да, да, они организуют пробную езду. Да? Они организуют пробную езду, ты лази. Người ta tổ chức cho lái thử. Đó. Em rất hay thấy là các hãng xe đấy. Các hãng xe người ta tổ chức một ngày lái thử. Tức là ai đi lái cũng được, cứ có bằng lái là người ta cho lái đấy. Вот. Когда продают машины, они организуют пробную езду, да? Люди пробуют, да? Пробуют ездить на этих машинах, да? На этих машинах. Люди пробуют ездить на этих машинах. Им понравится и купят.
Эти машины купят их. Đó. À, cho nên là gì? À, khi mà đã cho người ta lái thử rồi thì là gì? Người ta cảm thấy thích và người ta sẽ mua những cái xe đó đấy. À. Ну вот, то же самое, что вот Сергей тут не надо рекламировать, он немножко отдыхает, он видит, что отдыхать это хорошо, солнце, песок, да? А, песок а здесь? Солнце. А, солнце. Песок. Солнце, песок, да? Песок. Песок один. Девушки, да? И он не хочет. Песок. Не хочет ехать домой, да? Да? А, да. А, вот так вот. Солнце, песок, песок, а кат, да? Мочёный, кат, да? Да? А, море, и он не хочет ехать домой. Да, и он не хочет ехать домой, да? Он не хочет это ехать, очень красивый. Да? Ну да, и он не хочет ехать домой. Вот так вот, да? А, вот. Так что опасно пустить машины, да? Машину на пляж, да? À, rất là nguy hiểm khi mà thả một người đàn ông lên trên cái bãi tắm đấy. Đấy. On abaption ra bụi đấy. On abaption. Abaption ra bụi đấy. On abaption. Abaption tức là ông ấy sẽ quên tất cả đấy. Cả cái tập hợp. On abaption ra bụi đấy. On abaption ra bụi. Опасно пустить машину на пляж. Rất là nguy hiểm khi thả một người đàn ông lên trên bãi tắm. À, và bởi vì là ông ấy sẽ quên tất cả đấy. À, và когда вокруг люди отдыхают, когда солнце, море, да, волны вечера, песок, да, вот, и он забудет обо всем, да, он захочет отдыхать, потому что аппетит приходит во время еды. Да? Вот так. Как говорят, да? А, вот. Ну что, как он фотографировался на пляже? Как он фотографировался? Как он фотографировался? Ну, на отдыхе. А, когда да. Он чуть один нал. Да-да. У него интересная картина. Картина. Да, это вот в руке у человека был большой нож, а вместо головы дырка. Дырка, да? Да. Ну понятно все. Тут понятно все, да? Как и поэтому он смог сфотографировался, положить голову в дырку, да. И получить фото, да, да, на, да. Ложусь и на горе, да, на, да, горе, да, горе, да. На горе, да? А, вот. А, мы описываем, что на рынке работал фотограф, да? Фотограф. Ngoài chợ có một người thợ ảnh làm việc, да? И, да. И у него есть щит, да? Щит. Tức là ông ta có một cái tấm khiên, một cái tấm tranh, да? Tấm tranh, да? Yes, знаю. Yes, такой, да? И на щите, tức là trên cái tấm đó, да? trên cái tấm biển đó, да? À, một cái tấm щит, vừa có nghĩa là cái khiên, vừa có nghĩa là một cái tấm biển quảng cáo. На щите нарисовано, да? Нарисована гора, да? Всадник, это là một người cưỡi ngựa, một kỵ sĩ, всадник, là kỵ sĩ. Нарисована гора, всадник на лошади, всадник на лошади, с большим ножом. À, с большим ножом в руке, да? Đó. À, đó, mô tả như vậy, да? Так. А вместо головы всадника большая дырка. Thế và
ở trên cái chỗ đầu của cái chàng anh chàng kỵ sĩ đó thì là nó là một cái lỗ đấy, một cái lỗ to. À ta client client là khách hàng chụp ảnh đấy. Client желающий да фотографироваться фотографироваться клиент желающий фотографироваться стоит за щитом chúng ta sẽ mô tả như vậy đấy. Người khách hàng mà muốn chụp ảnh thì sẽ đứng sau cái khiên đó đấy, за щитом. Засовывая, tức là dùng trạng động từ là đút cái đầu của mình, свою голову в дырку. Đó, chúng ta sẽ mô tả toàn bộ hành động đó đấy. Bởi vì sao? Cái khó đối với các em là mô tả được hành động đúng không nào? Đấy. Yeah. Đó. Đấy. У меня тоже фотографии. Фотография, да. У меня тоже. Tất cả, bây giờ em xây dựng cái câu đó của em trở lại nào, xây dựng câu hoàn thiện nào. У меня тоже фотография, так как. Так, em sẽ nói là gì nào? Em sẽ nói là у меня была, hoặc là у меня есть. Подобная. Подобная. Фотография. Đấy. Так, mình sẽ hỏi bạn đấy. А что изображено на этой фотографии? Trên cái bức hình đó nó vẽ cái gì? Это матрешка. Матрешка, да? Да. И вот и моя лицо, это лицо матрешки. Да. Это матрешка. Это матрешка с моим лицом. Chúng ta nói ngắn gọn như vậy đấy. Моим лицом, đúng không nào? Да. Это матрешка с моим лицом, đấy. Вот и Королева. И королева тоже, да? Да. Королева, да. Екатерина вторая, да? Это симпатичная фотография. Королева, да? Или принцесса. Скорее всего, принцесса. Принцесса, да? Да? С моим лицом, да? Моим лицом. Ну, понятно. Это, да, это интересно, конечно, да? И не надо никаких фотошопов, да? Không cần phải sử dụng Photoshop, да? Сейчас, пользуясь фотошопом, и можно монтировать, но это давно ты сняла эту фото? Давно? Давно ты сняла эту фотку? Em chụp cái bức ảnh đó đã lâu chưa? Да, это очень давно. Вот. Очень давно. Давно. А сейчас у меня нет. У меня его нет, да? Да. Его нет. Куда она делась? А ты мне сейчас говоришь, она мать его зовет. Куда она делась? На старом телефоне. Да. Так. Ну вот так вот получается, что если делать фотографии на бумаге, это могут оставаться, да? Nếu như mà in ảnh giấy thì nó có thể là còn tồn tại, да? Thế còn cái lưu ở trên điện thoại có thể mất, да? Да. Да. Хорошо. Так, дальше, почему начальник рассердился и вызвал Сергея обратно? Почему начальник рассердился?
Tại sao ông thủ trưởng lại tức giận? Rассердился и вызвал Сергея обратно домой. Tại sao ông thủ trưởng lại tức giận và gọi Сергея quay trở về nhà? Потому что он знает, что Сергей не работал. А откуда он это знает? И он только отдыхает. Откуда он знает, что Сергей не работал? Да. Отдыхает. На пляже. А, tại sao ông thủ trưởng lại biết rằng là Сергей không làm việc mà lại nghỉ ngơi ở ngoài ở biển? Вот это в письме все ясно. И письмо он отправил по ошибке. По ошибке, да? Да, это письмо. Письмо. Женщина. Письмо. Письмо. Trọng âm rơi vào ô. Письмо. Да. Да. Так. Это Сергей отправлял письма или кто отправлял? Вот это женщина. Да, это женщина. А кто отправлял письма? Ай, ты. Кто отправлял ему письма? Андрей. Это, да. Это его друг, да? Его новый знакомый, да? Андрей. А как так получилось, что Андрей отправлял его письмо неправильно? Как это так получилось? Писались из-за чего? Ну, Андрей bị nhầm lẫn đấy. Chúng ta nhầm lẫn từ gì nào? Ошибка. À, Андрей перепутал. Перепутал. Да, он перепутал письмами. Перепутал. Письмами, đấy. Cậu ấy đã bị nhầm thư. Он перепутал письмами, đấy. Перепутал письма. Он перепутал письмами. À, cậu ấy bị nhầm lẫn thư, đấy. Письма. Đấy, 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 письма, đấy. Он отправил начальнику. Он отправил начальнику письмо, которое адресовано жене Сергея, да? Ты говоришь? Ông ấy gửi cái bức thư gửi cho ông thủ trưởng cái bức thư mà đáng ra cần gửi cho vợ của anh chàng sinh gửi đấy đấy à rồi tuda on apravio y photography đấy photography em có nghe thấy không alo да да я слушаю да. А то я слышу, что это такой звук странный. Туда он отправил и фотографии, да? И фотографию Сергея на лошади, да? На лошади и с большим ножом. И с большим ножом, да? Так. А, và ông ta cũng gửi cả vào đó cái bức ảnh của anh chàng Сергей trên lưng ngựa với lại cầm một con dao rất to đấy. Con xin nó rồi đấy, đặt vào đấy, vội. Nó, куда вы ставили это письмо и эту фотографию? Người ta đã đem treo cái bức ảnh này với lại cái bức thư lên đâu? Куда вы висили эту фото и письмо? Да, в стенгазете, на стене. На стенгазете, да? Да, на стенгазете. Стенгазете.
А что такое стен газета? Что такое стен газета? На стене около метра ориентира. А, стен газета? Что такое стен газета? Это газета, газета на стене. Стене. Стена. Стен. Это стена. Стена разве? Китур. À, đấy. À, là cái tường ấy, trên газета nó là tờ báo tường đấy. Là tờ báo tường hay là tờ báo nó ở trên tường đấy. Đó. Trên газета. Да, да, да. À, это стен газета, да? Так. А зачем они вывесили на стен газете, газете его фотографии? Фотографию. Да, вот это фотография, а, чтобы все могли ее прочитать и увидеть на лошади. Ну да, чтобы увидели. Ну и что, что увидели? Ну зачем это? Зачем это они делают? Ну зачем это они делали? Они? Ну что они делали? Ну что, почему вывесили на стен газете? Зачем вообще эта стен газета? Да. Em không biết dịch nào để những đồng nghiệp khác nhìn vào mà rút kinh nghiệm luôn ạ. À, они критикуют, да? Критикуют его поведение, да? À, chúng ta từ поведение. À, người ta phê bình cái hành động của anh ấy, да? À, да. Они критикуют его поведение, правильно, да? Да, потом ты знаешь, критиковать, да? Критиковать. Они критикуют его поведение. Вот так. А, хорошо. А, ну, как ты думаешь, если работать в фирме, как надо себе вести? Как надо было себя вести Сергею? Как Сергею надо было себя вести? À, anh chàng Sergey cần phải cư xử như thế nào? Как Сергею надо было себя вести? Anh chàng này cần đáng ra cần phải cư xử như thế nào nào? Nó. Вот. Он как работник, да? Как работник фирмы, да? Он как работник фирмы? Он должен? Да, он должен тяжело трудящийся и... Но он должен что? Кого и конфай ланзи? Не ламот, да, не ламот зи, мот нян вен ку công ty, кого и конфай ланзи нао? Он должен? Да, он должен тяжело трудящийся. А что это ты хочешь говорить так? Такими словами, смешно. Это работоспособный. А, он должен, попроще говори, попроще. Он должен работать, да? Он должен работать быстро. Он должен работать быстро, да? Быстро, да? Он должен работать быстро, закончить свою работу, да? Закончить свою работу. И честный. И вернуться. Честный. Да, и вернуться домой, да? Да. Да. Он должен быстро работать, закончить свою работу и вернуться домой, да? А, вот. А если он хочет отдыхать, да? А, если он хочет отдыхать немного, да? Немного, да? А, то он... не должен похвастаться, да? Похвастаться. А, thì anh ấy đừng có khoe khoang. Nếu như anh ấy muốn nghỉ ngơi một chút thì anh ấy đừng có khoe khoang. Đúng không nào? Đấy. Да, и вот главное, важное, это он ему нужно в честности и ответственности за работу. А, ну он должен, ну, то есть он должен быть, да? Он должен быть, да? Он должен быть. Он должен быть. Он должен быть, да? Зина. Ответственным. Ответственным, да? И честность. Он должен быть ответственным и честным, да?
и честным. В своей работе, да? Он будет ответственным и честным в своей работе, да? Ну вот так вот, да? Ну так, хорошо, ну вот это значит, qua đây chúng ta thấy là gì nào? Chúng ta muốn nói lại, chúng ta phải nói lại, nó rất đơn giản đấy. Cố gắng nói đơn giản, đúng không nào? Đấy, vượt. Trong một cái cấu trúc câu bao giờ có chủ ngữ, đấy. Chủ ngữ nó gọi là phát lý giả sĩ, đấy. Phát lý giả sĩ, đấy. Đó là gì? Đó là chủ ngữ. Sau đó là gì nào? Vị ngữ, đấy. Vị ngữ là сказуемые, đấy. Bắt lý giả sĩ сказуемые и gì nữa nào? Là bổ ngữ, đấy. Дополнение. Đó. Trong một cái cấu trúc câu bao giờ gồm có ba thành phần như thế này, đấy. Bắt lý giả sĩ сказуемые дополнение, đấy. Bắt lý giả sĩ là gì? Đó là danh từ, đấy. Danh từ hoặc là tên, đấy. Tên hoặc là đại từ. Đại từ có thể là gì nào? Я, đấy. Tên là gì nào? Серии, đấy, hoặc là gì nào, danh từ ví dụ như là robot, đó, đó, tức là chủ ngữ. Sau đó thì đến vị ngữ là gì nào, vị ngữ thì bao giờ cũng là động từ dạng chia đấy, глагол, dạng chia, đó là đấy, đó, thế và đáp bao nhiêu như là gì, thì phần bổ ngữ của nó đấy, bổ ngữ, cái bổ ngữ của nó có thể là nó ở một cách nào đó. Vậy thì khi chúng ta nói bất cứ một cái câu nào, chúng ta cũng đều phải phân biệt ra rất rõ ràng đâu là chủ ngữ, đấy. Chủ ngữ là cái gì, sau đó thì chúng ta sẽ chia cái động từ theo cái chủ ngữ đó, đấy. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái thành phần bổ ngữ cho nó, đấy. Nếu như lúc nãy em nói là gì nào, on donjin bui, đấy, on donjin bui, đấy. Một cái câu rất dài của em là gì, tijelo trudyashimisya, đấy. Đó, cái câu đó nó cực kỳ là dài luôn và nó không rõ ràng về cái thành phần, đúng không, đấy. Đó. Nó không rõ ràng là thành phần, cho nên là gì, ví dụ như em nói là gì nào, ondonjen đấy, đó, sau đó là gì, chijelo nó là cái gì, nó là trạng từ đấy, trujashisen nó là tính động từ đấy, nó là tính động từ chủ động đấy. Thế vậy thì chúng ta không nên dùng như vậy, chúng ta sẽ dùng là gì nào, chúng ta sẽ dùng là đại từ này, một cái câu đại từ gì đó này đấy, hoặc là một cái tên này đấy, hoặc là danh từ chỉ tên này, hoặc là một danh từ chỉ nghề nghiệp gì đó đấy. Sau đó đến một cái động từ dạng chia thông thường, bao giờ cũng phải có đấy, bao giờ cũng có một dạng từ dạng chia thông thường đấy, ví dụ vậy, là gồm đấy, đó, thế và sau đó chúng ta có một cái bổ ngữ nào đó đấy. Bổ ngữ này có thể là gì, có thể là trạng từ, nó trả lời cho câu hỏi khác với cái động từ này đấy, đó, đại khái là như thế, thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái mẫu câu nó rất là đơn giản hoàn thiện đấy. Thế bây giờ em nói lại cái câu lúc nãy em định nói là ông ấy phải làm cái gì, làm việc chăm chỉ ạ. Đó, thế làm việc chăm chỉ là gì? On, nào, thế em nói, anh ấy cần phải làm việc chăm chỉ. On cần phải là gì? On đây là chủ ngữ rồi, vị ngữ là gì nào? Donjen đấy, và em ghép cả gì, sau donjen chúng ta sẽ sử dụng động từ gì, thể, nguyên thể đấy. On donjen robot đấy, chăm chỉ là gì? Работоспособна. Cái từ này em sẽ mắc mớ đúng không? Em sẽ mắc cái từ là chăm chỉ, em không biết cái từ chăm chỉ đấy. Chăm chỉ luôn. Прилежно, đấy. Прилежно, đấy. Прилежно là chăm chỉ đấy. Прилежно là cố gắng chăm chỉ đấy. Он должен работать прилежно, đấy. Đó đúng không nào? Thế tại sao cái từ này mà em không biết? Bởi vì sao, nó rất ít sử dụng đấy. Rất ít sử dụng. Đó. Đó là vì sao? Dường như người Nga người ta không hay nói về cái từ này đấy. Đó. Thế cái từ là trudobluvin. Trudobluvin đấy. Thế như vậy. Thế thì có lẽ hôm nay em nói cái từ trudashisa có nghĩa là em lẫn tưởng cái từ đó đấy. Em phải nói cái từ là gì? Trudobluvin. Trudobluvin đấy. On должен быть трудолюбив. Tức là gì? Anh ấy cần phải yêu lao động đấy. Đúng không nào? Đấy. Thế vậy thì bản thân cái từ trudolibibu thì nó chỉ cái tính chất của con người thôi, chứ còn không thể mà cố gắng trở thành một cái người như này được. Ví dụ narod trudolibibu là một cái dân tộc rất là yêu lao động đấy, rất là thích lao động đó. Thế còn người ta lại không nói rằng là cậu cần phải là trở thành người yêu lao động đấy, tin đốt dân bức trudolibibu đấy, đúng không? Mà trong trường hợp như thế thì là gì, nếu mà cậu đã không có cái tính yêu lao động này rồi thì là gì nữa, tin đốt dân
ты должен дина стараться, да? Стараться. А, да. Иди на. Ты должен стараться, да? Да. Как кандидат. И у меня вопрос. Ну, вот это. Да, если вы сделаете директора Сергея, да. Что вы сделали следующее, когда вы знали, что он не работает? Если я узнал, что Сергей не работал, да? Да. И он там отдыхает, да? Вот. И даже когда я получил от него письмо, да, письмо, я ничего не буду говорить, да? Я ничего не буду говорить ему, да? Я оставляю, как есть, да? Как есть. Или то есть, да, нуин, какие чаны, не бывает, да? Я оставляю как есть, да? Когда он приедет, я ему скажу, что я узнал, да? Вот. Но я скажу, что хорошо, что ты отдохнул. Rằng là lúc đó tôi sẽ nói rằng là rất là tốt là khi mà anh đã nghỉ ngơi một chút rồi đấy. Rất tốt là anh đã nghỉ ngơi một chút. Так хорошо? Но это значит, что если есть один человек такой сегвей, это небольшая проблема. Да. Но если многие люди, это очень-очень большая проблема. Да. Вот я раньше послушай. Я мне ответ, да? Ну, я скажу, что хорошо, что я отдохнул, да? Потому что редко бывает, да? Редко бывает шанс, да? Тогда здесь, hiếm có khi mà có một cái dịp như vậy, да? Редко бывает шанс, когда можно немного отдохнуть, да? Вот. Но я буду высчитать его, я буду высчитать его рабочие дни, да? Так, ну, как отпуск, да? Отпуск. То есть, trừ cái ngày phép của anh ấy đi, да? Coi như anh nghỉ phép rồi, да? Да? Но я буду высчитать его отпуск, да? Считается, что он уже отдохнул, да? Считается, что он уже отдохнул, да? Так. Coi rằng là anh ấy đã nghỉ ngơi rồi. Bởi vì sao? Мой девиз. Так вот, да? Cái phương châm của tôi, да? Phương châm của tôi. Лучше не терять работника. Лучше не терять работника. А воспитывать его, чтобы он стал лучше, да? Và mà nên giáo dục cho anh ấy trở nên tốt hơn. Tức là phương châm của tôi là gì? Là không làm mất, không sa thải nhân viên, không làm mất nhân viên, mà nên giáo dục để cho anh ấy trở nên người tốt hơn. Так хорошо, да? Ладно, спасибо. У нас закончилось время, chúng ta đã hết thời gian, да? Cảm ơn em. Bài học như vậy, мы nghĩ rằng là sẽ thú vị đối với em, да? Так, я пошлю тебе вот эту информацию, и мы увидимся на следующем уроке, да? Хорошо? Да. Cảm ơn em, và chúng ta sẽ gặp nhau trong giờ học hôm sau, да? Спасибо. Если хочешь побеседовать, то продолжим это в следующий раз, хорошо? Ладно, спасибо, до свидания, увидимся. До свидания. Пока.